Здравствуйте, дорогие мои друзья! Многие наверняка из вас слышали, что Microsoft уходит из Российской Федерации. На самом деле такие слухи ходили давно, я как минимум два ролика делал, ванговал там. Если загуглить, подобных новостей просто море. Для чего это делается? Как всегда, для того, чтобы поднять панику, народ нехило бомбанет, а крупные СМИ заработают на этом неплохие деньги. Но корпорация Microsoft решила вату не катать и прокомментировала данную ситуацию. Все было ожидаемо, пресс-служба Microsoft опровергла эти слухи. Конечно, небольшое напряжение присутствует, и все это выльется в такие вот изменения. Если раньше вы могли купить программное обеспечение Microsoft за российский рубль, теперь вам придется рассчитываться долларами. Странно, что Microsoft никак не объясняет, почему так произошло. Я, если честно, сам не знаю. Отпишите, почему так происходит. Только не надо писать что-то в стиле «Россия дерьмо», поэтому так и происходит. Потому что за разжигание ненависти я вас сразу забаню. К чертовой бабушке. Майкрософтовцы уверяют, что все-таки есть еще одна возможность купить программное обеспечение в российских рублях. У них есть партнеры-ритейлеры, которые занимаются подобными сделками. Как по мне, посредники это всегда плохо. На примере тоже продукт Apple, которые так до хрена стоят, а посредники перепродают просто по бешеным ценам. Ну что русскому народу до этих долларовых цен? Не будет выгодно покупать, русский будет воровать. И белорусы, украинец, торренты живы, forever, они никуда не делись, делов так, как говорится. Ну а я и раньше думал, что Microsoft так просто такой огромный кусок рынка не отпустит. Как так взять и свалить с России? Представляете, сколько там компаний, сколько предприятий, которые закупают программное обеспечение. Да эту нишу сразу бы заняли китайцы моментально. Поэтому скорее Элвис Пресли воскреснет, чем Microsoft покинет Российскую Федерацию. Ну а я на этом все, всем пока, спасибо за внимание.